Лично для меня, это мой творческий вечер, что-нибудь для меня можешь спеть? Ну, если я уж попал на ваш вечер, а вы писатель-сатирик, то я исполню маленькую песенку. Да. Вы знаете музыку из кинофильма «Операция»? Случайно знаю. Я исполню песенку из кинофильма «Операция И». Она имеет некоторое отношение и к вам. Это песенка «Балбеса». Спасибо. Нет. Вы так поняли? Ну, сейчас поймете. Да, чтобы мне легче, одену шапочку, которую... Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешил показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не пришел, как обещал. Меня засосала опасная трясина. На вечер я к Ардову попал. Я с самого детства читал его книжки, читал и от смеха хохотал. Теперь его книжки читает мой сынишка, и он выражает свой восторг. Лети, паровоз, и стучите колеса, скажу прямо Виктору в глаза. Пиши на здоровье, пиши без остановки. Писатель, не жми на тормоза. Пиши на здоровье, пиши без остановки. Писатель, не жми на тормоза.